Всех приветствую, продолжаем знакомиться с описанием картин художников по книге «Великие музеи мира». Герберт Дрейпер, «Плач по Икару», 1898 год, холст масла 182/155. Герберт Дрейпер, английский художник викторианской эпохи. Он учился в Королевской академии искусств в Лондоне между 1888 и 1892 годами. Совершил несколько образовательных поездок в Рим и Париж. В 1890-х Дрейпер работал в основном иллюстратором. Этот период стал самым продуктивным в его жизни. В своих произведениях мастер сосредоточился главным образом на мифологии Древней Греции. Икар, сын легендарного греческого мастера-умельца Дедала, был вместе с ним заточен на острове Крит. Чтобы вырваться из плена, отец сконструировал по паре крыльев, которые прикреплялись к плечам воском. «Лети рядом со мною», — сказал Дедал, — «и лети не слишком высоко и не слишком низко». Но гордыня обуяла Икара, и он поднялся ближе к солнцу. Лучи растопили воск, крылья отпали, и Икар упал и погиб. Дрейпер изобразил вымышленный эпизод оплакивания нимфами разбившегося Икара. Вся сцена представлена в романтическом духе. Примечательно, что художник либо невнимательно читал миф, либо сознательно отошел от него. На картине крылья у героя не отпали, а все еще крепко прикреплены. Картина «Плач по Икару» заслужила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Вот такое описание к работе «Плач по Икару», автор Герберт Дрейпер, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.